У нас нет уже той боевой мощи, которая была. У нас все кровь взяла, блядь. Больше половины, 70%. Блядь, ну как это так? Больше половины, 70% техники уже все, уже ее нет, ее разъебали, нахуй все. Потому что нет поддержки, блядь. Нет поддержки с воздуха, нет истребителей, нет нихуя, ебать. Не знаю, почему так, я думал, что, блядь, в России заебись, оказывается, нихуя не заебись. Ну и что, вас просто там тупо на смерть кинули или как? Ну, получается так, нахуй, пока. Ну и что, просто тупо сидеть и ждать или что? Да, просто тупо ждешь, вот пока тебя въебут, нахуй, и все. У нас вот другой задачи ну, сейчас, смотри, и ты просто надо же куда-то обращаться. Да никуда не надо обращаться, ты только не смотри, не пиздани там никому, ничего, блядь, нахуй. Меня потом еще за жопу взяли, нахуй. Вообще никому. С бабами я ни с кем только это не с этой Леной общаюсь. Нахуй, не, блядь, с паханом вот эту вот хуйню не надо ему говорить, нахуй. Потом пизданет кому-нибудь, меня потом в жопу туда съебут, нахуй. Или позавалят часы. Кто у него там генералы, офицеры, блядь, знакомые? И что? Просто когда ты не звонил, что-то 2 или 3 дня. Он же сам, типа, начал. Я, говорит, все узнаю, все. И ему тогда позвонили, сказали, что ты, блядь, в Николаевской области. Я еще и спрашиваю, сейчас вы никуда не ушли. В Николаевской области. Ну, все нормально, типа, все живые, но колонна попала в какой-то этот непонятный ситуацию. Ну, был, да, у нас там разъеб. У нас, блядь, колонна, вот как раз мы когда двигались, разъебали там часть, нахуй. Ну, и мы съебались, нахуй, вовремя. Нет. Короче, мы, можно сказать, мы съебаемся. Мы только съебаемся, просто. Мы, блядь, не отстреливаемся, мы просто съебаемся. Все, пиздец. Наша, блядь, задача комбат сказал, ебать, нахуй, блядь, просто. Мне говорит, бог на задаче остальных комбриков, там, хуигов. Наша задача просто съебываться, просто, блядь. А изначально у вас сколько было? С минимальными потерями. Да у нас батальон, вот, у нас, в принципе, ну, как батальон, у нас там батальон 40 человек, нахуй, получается. Может, не, может, 60 с лишним. Нет, да у нас и был такой маленький батальон. У нас же сводный, я тебе объяснял. Да я поняла. Ну, ты говоришь 60 с лишним, а осталось 13. Да я не буду говорить, Лен. Вот вчера, блядь, или позавчера майор там, блядь, с бригады погиб, нахуй. Вот это 2 дня назад вот это ёбнули. Когда у нас 2 КАМАЗа въебали, нахуй. 2 300-х, нахуй. Короче, блядь. 300-й это раненый? Да. Ну, осколками там тоже. Ну, опять же, там выживут, не выживут, там осколками порасхуярило им, там брюхо повспарывало, нахуй. Короче. Жопа ебаная, я тебе говорю. Ну, жопа, ну, блядь, похуй, блядь, пока живые, нахуй. Уже, блядь, страшно, да. Ну, уже, блядь, знаешь, как-то... А потому что понимаешь, что если тогда ты знал, что, блядь, а, мы, может, там чуть где-то постоим, а сейчас понимаешь, что, ну, ты в очке, ебать, нахуй, блядь, ну, и хуй знает, просто ждать подмогу, и просто, чтобы остаться уже лучше, надеяться на это, и все, нахуй, другого варианта нет. Хули тут паниковать, нахуй, нет смысла, нахуй. Будешь паниковать, не, ну нахуй, как это, я понять не могу, как это, у вас осталось хуй да нихуя, вы сидите, вы не можете никуда, и никто за вами не едет, ничего, не как это? Бля, ну вот так, нахуй, ёба. Ты что думаешь, вот ты взял вот так вот, блядь, в линию все стали, да, и запиздили вот до самого, куда нам надо, да? Такого же не бывает. Тебя будут хуярить со всех сторон, блядь. И получается, где-то там, блядь, да, вот кинуто. Да, почему не хуярите никого? С чего, блядь? У меня есть пушка. У меня есть, блядь, нахуй этот, нахуй, ебаный рот, блядь. Как его, блядь? Миномет? Или у меня есть танк, нахуй, блядь? Или у меня есть артиллерия? Тогда? А, охрана, и блядь, нахуй, этого, блядь. Нет. КП, ебать, нахуй. Командного пункта.